Всем моим зрителям пламенный привет, и сегодня долгожданное многими видео на тему финансов. Да-да-да, наконец-то я собралась снять очередной выпуск, и сегодня речь пойдет о том, как правильно пользоваться кредитными картами. С удовольствием отмечу, что это видео снято при содействии Тинькоф банка, и лично меня это не может не радовать, потому что я уже 5 лет являюсь клиентом банка. Итак, отмечу, что чтобы использовать все преимущества кредитных карт, которые только возможны с максимальной выгодой, необходимо обязательно обладать некоторой самодисциплиной. Лично я бы посоветовала заводить кредитки только людям, которые умеют себя держать в руках, следить за датами, за расчетными периодами. И в таком случае, если вы знаете все потенциально сильные стороны этого финансового инструмента, вы будете только в плюсе. У кредитных карт есть основное преимущество, которое называется грейс-периодом. Это период беспроцентного использования средств кредитной карты. То есть, если вы расплачиваетесь картой в магазине или в интернете и восполняете полностью потраченную сумму до окончания там грейс-периода, то вам проценты на использование средств не начисляются. Фактически вы берете у банка деньги под 0%. Вы можете сумму средств, равному вашим месячным тратам, не сейчас, да, потратить вот в текущем месяце, а положить их на вклад под проценты, сами расплачиваться кредиткой в текущем месяце, со следующей зарплаты до окончания грейс-периода полностью погасить всю задолженность, опять в другом расчетном периоде опять расплачиваться кредиткой, опять погашать, в то время как ваши вот эти первоначально отложенные на вклад деньги, они прокручиваются, капают на них проценты, и в итоге, ну, фактически из воздуха делаете деньги, потому что ваши личные сбережения хранятся на вкладе. Если же вы не успеваете в грейс-период полностью вернуть банку все потраченные с кредитной карты средства, то на них начинает начисляться процент согласно вашему тарифному плану. Но сами понимаете, что гораздо выгоднее успевать возвращать все деньги, чтобы беспроцентно использовать кредитку. Отмечу два пункта, о которых многие пользователи кредитных карт в принципе забывают, либо не знают. Первое — это то, что кредитки не предназначены для снятия наличных. Только для оплаты в магазинах, да, в терминалах, либо для оплаты покупок через интернет. Если же вы все-таки решите снять наличные деньги с кредитки, это возможно. Но, во-первых, за каждое снятие снимается дополнительная комиссия. Во-вторых, на снятие наличных начисляются совсем другие проценты, нежели на совершенные покупки. Некоторые хитрецы думают, что можно завести кредитку и конвертировать ее в наличные путем перевода с карты на карту. Это тоже не прокатывает, потому что считается как снятие наличных и, соответственно, попадает под совсем другие проценты. Еще один аргумент в пользу того, что кредитки — это для самоорганизованных людей, то, что регулярно надо знать, какой остаток кредитных средств у вас остался на карте, то есть сколько вы еще можете потратить, потому что если вы делаете покупку сверх вашего кредитного лимита, то вам начисляется комиссия за так называемый технический овердрафт. Чтобы этого не произошло, нужно держать руку на пульсе и быть в курсе вашего баланса. Следующий очень важный момент касается непосредственно процесса заполучения кредитной карты и подписания договора. Очень многие любят игнорировать момент прочтения договора перед тем, как ставить свою подпись. На самом деле, помимо того, что вам, как владельцу кредитной карты, нужно четко понимать, что вы будете платить, в каком количестве, за какие операции, да, чтобы потом не было всяких нежданчиков. Еще есть такой момент, то, что некоторые опции могут быть в договор включены по умолчанию, например, страхование, либо смс-информирование. И для того, чтобы эти пункты исключить из договора, вам нужно в соответствующих местах поставить, ну, например, галочки, либо подпись, либо крестик. В общем, как-то отметиться, что вы отказываетесь. Если вы не читаете договор, то вы эти моменты просто пропускаете, ставите свою подпись, и они считаются подключенными. Для чего это делается? Потому что если
делать наоборот, да, то есть договор, в который ничего не включено, и в каком-то месте, допустим, возможность подключить дополнительные услуги, поставив в соответствующих местах галочки, то потом в любой момент клиент может сказать, что он эти галочки не ставил и, в общем-то, подписал договор в абсолютно пустом варианте, и уже за него кто-то там, в общем, неправильным способом, обманом подключил ему услуги. Теперь расскажу про свою кредитную карту. У меня кредитка Тинькоф All Airlines, которая находится у меня уже где-то 9 месяцев. Она еще на старую фамилию оформлена, я этот номер заклеила. Ну, в общем, здесь написано Елена Евдокимова. Вот даже поднесу вам поближе, можете почитать. На самом деле это очень желанная многими кредитка, ее не так просто получить, то есть чтобы вам ее одобрили, надо быть еще тем счастливчиком. Вот, и я на портале банки.ру регулярно читаю жалобные отзывы людей, которым отказали в выдаче, но вот мне повезло, и она мне досталась. В чем ее основные преимущества? У нее грейс-период достигает 55 дней. Второй огромный плюс этой карты — это то, что все совершенные покупки по кредитке возвращаются милями. 2% милями возвращается на все покупки, 3% на покупки авиабилетов и 1% на покупки в мобильном и интернет-банке. Что значит возврат миль? За все покупки в указанных процентах начисляются эти мили, которые потом можно потратить на приобретение авиабилетов. Накопленные мили можно тратить на абсолютно любые билеты, абсолютно любых авиакомпаний, покупать эти билеты на абсолютно любых сайтах. То есть здесь ограничений нет, как очень часто бывает в похожих бонусных программах, что вы можете покупать билеты только одной конкретной авиакомпании, еще деньгами оплачивать, например, транспортный сбор. Также при оформлении карты даются в подарок 1000 миль и прикрепляется к вам бесплатно страховка для путешественников. И, в общем-то, мое абсолютно объективное мнение, как я считаю, если с умом подходить к кредитке, да, постоянно держать на виду там даты выписок, понимать, что вы в грейс-период возвращаете всю потраченную сумму, там не выходить за кредитные лимиты и так далее, то вы фактически на ровном месте можете себе заработать и оплатить билеты куда-то в отпуск. То есть сейчас, в принципе, это сделать достаточно проблематично, потому что все знают, какой курс валюты по отношению к рублю. Но вот в данном случае это происходит абсолютно естественно, потому что ничего не надо делать специально, все тратят деньги в магазинах, да, покупают продукты. И лично я уже очень давно не расплачиваюсь наличкой, и, ну, исключительно когда там забыла карту, либо тогда, когда нет терминала. Во всех остальных случаях я всегда стараюсь, да, это пускай не какие-то огромные деньги, но вот, знаете, капелька капельки, курочка по зернышку клюет. Я уже говорила, что очень важно следить за сроками платежей по кредитной карте, затем, чтобы постоянно понимать, какой у вас баланс. Так вот, у Тинькофф банка реализовано несколько способов очень просто это делать. Есть очень-очень удобные мобильные приложения и интернет-банк. Также в обоих этих продуктах есть чат, где вы можете, ну, сразу же спросить у сотрудника интересующий вопрос, да, что-то уточнить, и вам в режиме реального времени отвечают. И можно также прозвонить в банк по бесплатному по всей России номеру, и по моему опыту время ожидания ответа специалиста у меня было максимум, вот не вру, секунд 10. То есть никаких вообще вариантов, как с достаточно крупными банками, да, когда до 40 минут я вешу на телефоне. Да, у меня, кстати, помимо кредитной карты, есть еще вот такая вот черная дебетовая, это у меня уже вторая. У нее есть свои плюсы, да, это не кредитная карта, то есть я расплачиваюсь деньгами, которые я заранее сюда внесла. Из плюсов этой карты то, что на все деньги, которые я на ней храню, начисляется до 7% годовых. То есть в кошельке мои наличные лежат бесплатно, никто мне за них не доплачивает. Если я храню деньги на карте, то, в принципе, это то же самое, что хранить их на вкладе в банке. Соответственно, я не понимаю тех карт, которые используют ваши деньги бесплатно. Еще очень много таких банков. Большинство зарплатных карт бесплатно пользуются вашими средствами. У меня тоже есть зарплатная карта, куда приходит зарплата, и там, в общем-то, ноль
процентов банк платит за то, что фактически на его счетах постоянно находятся деньги сотрудников, я всегда стараюсь оттуда снять и положить на карту, где начисляется мне за хранение средств процент. Во-вторых, здесь также есть бонусы за оплату покупок картой. В данном случае за покупки в магазине начисляется 1% кэшбэк, то есть 1% всех потраченных вами с карты денег по итогам расчетного периода возвращается обратно. Еще для меня огромный плюс вот этой дебетовой карты — это то, что я могу снимать с нее деньги в любом банкомате абсолютно бесплатно, без комиссии, если сумма снятия больше 3000. То есть я насмотрелась на знакомых всех-всех-всех, которые постоянно ищут свой банкомат, своего банка для того, чтобы не платить комиссию за снятие в чужом банке. У меня таких проблем нет. Я просто дохожу до ближайшего банкомата и снимаю столько, сколько мне надо. Кстати, я эту карту брала с собой и за границу. Кто даже помнит мои влоги с путешествий, по-моему, она там не раз мелькала. В общем, там тоже беспроцентно. Вот находите любой банкомат, и я просто снимала там в евро, да, с нужную мне сумму, и банк за это не брал ни копейки. Что касается кредитной карты All Airlines, я ее заказывала на общих основаниях еще осенью. И, соответственно, ее обслуживание для меня было платно. Но для моих подписчиков они согласились сделать первый год использования карты бесплатно. И прислали мне ссылку, которую я оставлю под видео. Соответственно, если вы закажете карту по этой ссылке, то она вам обойдется вообще бесплатно. И как происходит получение что дебетовой, что кредитной карты Тинькофф банка, вам ее привозит курьер в удобное место. В принципе, все свои карты я так и получала. Приезжает курьер, привозит договор. Я его внимательно читаю. Если мне нужно, ставлю галочки в нужных местах. Дальше там меня фотографируют с договором, выдают карту. Я вижу в этом огромный плюс, потому что не надо толкаться в очередях, ехать куда-то в отделение. И да, помню, еще 5 лет назад, когда я снимала свое первое видео о первом опыте использования вклада в Тинькофф банке, у меня, кстати, к слову, тогда было подписчиков 300, наверное. Вот. А многие тогда писали, что это какой-то плохой показатель, что у банка нет отделений, да, это явно говорит о том, что там что-то нечисто, и он скоро закроется. Но, как видите, уже сколько лет прошло, уже позакрывались огромное количество банков с отделениями, а Тинькофф здравствует. Так что я не обращаю внимания на стереотипы, и есть огромное количество других реальных показателей, на которые надо ориентироваться. Вот и все, что я вам хотела рассказать. Очень надеюсь, что вам было интересно. Для тех, кто хочет узнать побольше, оставлю парочку ссылок, как всегда, где я там нахожу дополнительную интересную информацию. Это портал банки.ру, в частности форум этого портала, и там есть огромная тема про кредитные карты, где пользователи описывают свой опыт. Кстати, All Airlines там в огромном почете находится. И второй портал — это финансовый форум Cosmo.ru, там тоже есть тема про кредитки. Опять же, та же ситуация, что это карта для многих желанная, реально, можете сами почитать, убедиться. Еще очень интересный и полезный ресурс, который реализован не в качестве форума, а в качестве журнала или блога, то есть там много статей, рассортированных по отдельным таким глобальным темам, как сэкономить, куда вложить, в общем, не потеряйтесь, это Тинькофф журнал. Я буквально сегодня утром прочитала статью о том, чего опасаться и как защитить свои аккаунты, если вы в публичном месте через Wi-Fi выходите в интернет. И понравилось то, что там вообще нет какой-то банальной информации, то, о чем все знают. Действительно, какие-то интересные, очень грамотные подборки. Ссылку на Тинькофф журнал я тоже оставлю под видео. В любом случае, огромное спасибо за внимание. Обязательно оставляйте комментарии, пожелания к следующим видео. Если у вас есть свой опыт использования кредитных карт, тоже пишите. С удовольствием почитаю. Всем огромное спасибо. Всех целую.